Бобер съел дерево. Поселок совхоза Сафоновский. Справа находится
Дома построены из панелей. Здесь слева в лесу находится пруд, который спустило, и к нему никак не подойти. Насколько я понимаю, воды там нет. Это был крюк через лес для заезда на станцию Совхоз с более удобной стороны, чтобы меньше ходить по лестницам. Станция Совхоз. Thank you.
Это по плату, это я водичку. А вот бесплатно, что это 2 часа. Давайте.